Вы знаете что, давайте вот отдельно мы поаплодируем Марине, вот, которая играет на этом инструменте, да? Потому что вот для того, чтобы этим заниматься, нужно этому посвятить всю жизнь, да? То есть это даже не скрипка, это даже не дудук. Вот этот инструмент, он отнимает все твое время, всю твою душу, все твое сердце. Поэтому вот уважаю всех наших музыкантов, но нашей прекрасной даме мы отдельно подарили аплодисменты. Отдельно тебе хочу сказать спасибо за то, что ты у нас есть, и за то, что ты вместе вот с ребятами становишься украшением каждого такого национального праздника. Большой поклон, и мы готовы вас слушать. Yeah.